Минувшей ночью в Каспийске был усиленный ветер скоростью до 15-20 метров в секунду. Об этом сообщает РСЧС республики. В связи с этим в городе прошли аварийные отключения, и некоторые районы остались без электричества. Видимо, где-то в каком-то слабом месте или какой-нибудь предмет, который носится ураганным ветром, попал на провода и создал короткое замыкание, и она самопроизвольно ушла. Ну, как бы ни было, линия была восстановлена быстро. Всего за прошлую ночь вышли из сетей фидеры по следующим районам – Кемпинг, Кирпичный поселок и СНТ. Благодаря беспрерывной работе бригад по некоторым объектам уже выполнена необходимая работа. Наши действия, которые были привлечены, 5-6 бригад созданы, но они все не понадобились. Нам достаточно было 4 бригады. И в течение тоже до 11 часов все эти произошедшие аварийные ситуации по федерам были ликвидированы. Сейчас, в настоящее время, еще есть одиночные заявки. В основном это частный сектор. На данный момент порядка 2 бригад работают над устранением проблем по отдельным заявкам. Отметим, что планируется завершить работу сегодня в 17:00.